Велес, в этом сезоне у нас такой, вот так темно окрасился. Грозди небольшие, гроздочек здесь только парочка. Причина — весна, вторая гроздь вот там, скрыта в мешочке, только открыли, уже пытается напасть оса. Ну, такой темный окрас, ничего не урезали, ничего не выстригали, вот какая есть, такая есть. Темненькая ягодка. Полностью созрел на 22 сентября, но он созрел раньше, на самом деле, просто не открывали, не смотрели, не трогали. Но хорошо висит, да, нету треска, никаких загниваний, ничего, при том, что мешочки, да, и дождики были. Неделю назад был хороший сильный дождь, и пару дней назад тоже был дождик, но... Сохранность вот в наших условиях вполне хорошая. Вкус приятный, легкий мускатик. Сладенький такой. Косточки нету, но в крупных ягодках бывают попадаются маленькие рудименты.